Добрый день, мои дорогие подписчики, мои друзья. Сегодня хочу посетить языческое капище. Оно находится здесь, на левой стороне. Примерно в этом месте. Вот. Возле заправки. Есть спуск в лес. То есть я по карте посмотрел, нам надо пройтись чуть дальше. То есть мы идем, проходим эту заправку, проходим этот съезд, такой в лес, в лесок. И нам надо пройтись еще, наверное, метров 100 до следующего. Так, ребята, я дошел до место предполагаемого спуска. Дорога примерно ведет туда, на это капище. Я нахожусь перед мостом. Пожалуйста. Вот примерно вот это вот место. Примерно это место. Ну что, сейчас я буду туда спускаться. Так, вот я иду по вот этой тропинке. Вот, ну я зашел чуть-чуть в тупик, да? То есть моя тропинка закончилась. Ну что, ребята, здесь, конечно, пахнет. Пахнет сосной. Очень свежий запах. Конечно, тут очень хорошо дышится. Особенно в это жаркое время. Вот, ну я иду по вот этой тропинке. Она пока что еще не закончилось. До капища я еще. Так, я вот дошел до этого места. Но это не капище. И тропинка свернула туда. Ближе к каналу, ближе к Московскому озеру. Я так понял, что я чуть-чуть сбился с пути. Почему? Потому что капище, оно ближе к реке Днепр. Вот. Поэтому я чуть-чуть блуканул. Пойду дальше по тропинке. Кстати, уже на какую-то дорогу я вышел. Так, ребята, вот я вышел на дорогу. Вполне такая сносная дорога с бетонных плит. Вот там будка трансформаторная и здание, про которое я говорил. Какое-то, не знаю, административное здание чего-то. Может, спасательные, может, какие-то там службы. Вот эта дорога, которая ведет к капищу. То есть я рано сошел с главной дороги, которая ведет на мост. Надо было чуть-чуть дальше еще пройтись. Идем дальше. Идем по дороге. Дорога безлюдная. Людей, машин здесь, понятно, что нету. Встретил вот человек, который бежит. Бегун какой-то, спортсмен, да? Идем дальше. Воздух здесь просто замечательный. Так, ребята, я уже прошел довольно-таки далеко по этой бетонной дороге. Вокруг меня прекрасный лес. В основном преимущественно хвои, с хвои лес, да? Прекрасный воздух. Вот какой-то спуск, сход, съезд, я не знаю.
Я спущусь, посмотрю, может, там это капище. Ну, я просто не могу сориентироваться по карте, Google карте. Скорее всего, это здесь. Возможно. Там какая-то полянка впереди. Сейчас посмотрим. Может быть, я, конечно, ошибаюсь. Так, ребята, капище я так и пока что и не нашел. Вот. Тут много таких классных поляночек, где видно, что останавливаются люди, проводят, скажем так, время, шашлычки, пикнички и тому подобное. Вот отличный воздух, свежая хвоя, да, как в лесу, как в настоящем лесу дышит. Мусора, чем дальше в лес, тем меньше мусора. Вот видно, что люди, если сидят, то мусор с собой забирают, пластиковые, молодцы. Вот, ну, идем дальше. Прогулка отличная, лес шикарный. Я чувствую, что мы уже где-то рядом, судя по Google карте, я уже совсем рядом. Ты прав? Это то место. Вот, даже здесь есть люди, спортсмены. Вот капище. Вот там, в той вдали идет, по-моему, это то место. Сейчас посмотрим. Там даже люди вот отдыхают. Молодежь гуляет. Ребята, я нашел это место. Только что здесь были две девушки. Я так понял. Ну, я не стал это снимать. Но они были здесь, на этом капище. Внутри этого капища проводили какой-то сам свой обряд. Это обычные люди, обычные девушки, не похожи ни на каких сатанистов и тому подобное. Хотя место такое странное. То есть обнесено деревянным забором. На входе какие-то кости. Такой себе импровизированный вход с какими-то лицами, высеченными идолами. Опять же кости. Мостик деревянный. Вот. А внутри большая по диаметру полянка. Она обкопана рвом неглубоким. Посредине опять же место разведения костра. Вот какой-то алтарь, я так его назову, для места для жертвоприношений. Вот, и импровизированное место для жреца, я бы так сказал, который читает какую-то литературу, произносит какие-то там, не знаю, молитвы, заклинания. Вот. Говорили, что здесь место, в котором собираются а-ля сатанисты, но ничего подобного. Это место, в котором собираются язычники. Язычники — это те, которые не поклоняются современным религиям, то есть христианство, мусульманство. Они поклоняются идолам, также каким-то кумиры, идолы. То есть, ну, непонятно, я лично не понимаю, кому именно поклоняются те язычники, которые собираются здесь. Вот. Но это явно не сатанист, хотя так их называют, тех, кто здесь собирается, говорят, что это сбор места сатанистов. Ну, мне почему-то не верится. Может быть, я, конечно, ошибаюсь, но девушки, которые здесь только что находились,
кругу этого языческого места, внутри этого языческого алтаря, скажем так. Ну, они находились здесь днем, просто прогуливались, ну и зашли, скажем так, поклониться своим идолам. Вот, вот как-то так, ребятушки, место такое, чуть-чуть жуткое, но оно находится просто в прекрасном лесу. Итак, вот, я добился своей цели сегодня, я нашел это языческое капище, оно не древнее, оно, скажем так, новодельное. Его посещают язычники, которые живут рядом с нами и сейчас. Вот, даже я встретил двух язычниц, двух женщин, ну, девушек. Они были в середине этого капища. Ну, я специально не снимал это на видео по как бы моральным соображениям, да. Вот. Но все-таки я нашел это место. Не какие-то не сатанисты, это просто язычники. Они поклоняются своим каким-то богам, своим каким-то идолам. Вот. Спасибо, ребята, что смотрели это видео. Спасибо за то, что вы подписываетесь на мой канал. Дальше вы увидите еще много очень интересного с тех мест, которые никогда не покажут ни по каким каналам, ни в YouTube, ни по телевизору, ни по телевидению, ни в National Geographic, только на моем канале эти видео, эти заброшенные и жуткие места. Вот, ребята, здесь я вышел с этого фрунзенского леса, скажем так. Это мост через канал. И сама дорога на Кайдатский мост. С левой стороны у нас жилмассив Фрунзенский. Вот так вот капище 21 века мы увидели здесь. Надо было раньше набрать.